После зимы дороги ужасные. Игорь Лукин за баранкой автобуса уже 16 лет. Дороги он видел разные, но этой весной водителя больше всего беспокоит главная артерия города – Ленинский проспект. Рассказывает, что особенно плохи дела на мосту около Нового рынка. Там регулярно собираются километровые пробки. Весна пришла, все ямы опять повылазили. И мы вот из-за этих ям, вот из-за этих пробок, мы из графика выбиваемся. Люди на работу опаздывают, там дети в детсад, в школу опаздывают. В начале месяца рабочие уже проводили ямочный ремонт Ленинского проспекта. В мэрии сообщили, что скоро возьмутся и за мост. Специальная комиссия с представителей городской администрации, дорожников и журналистов оценивала состояние асфальта, который уложили в прошлом сезоне по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Предварительная оценка показывает, как и в прошлом году, что именно дефектов серьезных в проезжей части мы пока не выявляем. Сейчас скроются от снега бордюры, посмотрим тротуары в каком состоянии. Ну и уже, естественно, подрядным организациям будут соответствующие предписания выданы, если будут выявлены дефекты. В списке дорог с гарантийным сроком в 5 лет 77 участков. Все повреждения на них обязаны устранять подрядчики. Особое внимание комиссия обратила на отрезок дороги на улице Эмилии Алексеевой. Там проезжая часть пострадала в ноябре, когда к новостройке подводили коммуникации. Сейчас в образовавшихся ямах скапливается вода. По наступлению положительных среднесуточных температур мы, конечно, приступим к устранению вот этого вскрытия. То есть мы временно сегодня забетонировали вскрытую вот эту площадь, чтобы обеспечить нормальный проезд автомобильной техники. А на улице Телефонной вместо асфальта лежит гравий. Зимой в этом месте устраняли коммунальную аварию. По городу 70 таких участков на проезжей части. На них регулярно подсыпают гравий, потому что земля со временем проседает. Иногда бывает, что они просаживаются. Потому что внизу бывает, что еще до августа оно еще не оттаяло, смотря какая глубина была аварии. На барнаульские дороги по федеральному проекту уже потратили 1,5 миллиарда рублей. В 2019 году ждут новый транш – около 800 миллионов. Отремонтируют еще 30 участков дорог. Игорь Лукин надеется, что в их числе будет и проспект Ленина, и мост у Нового рынка. Дарида Миллер, Николай Шилко. Наши новости.